Здорово, парни! Очередной выпуск вопросов от подписчиков, но на этот раз это не то чтобы вопрос, это ответ на обсуждение, которое было в моем уютном чатике на Бусте. И подписчики обсуждали очень интересный вопрос, у всех были разные мнения на тему того, сколько же заниматься, ну вот сколько часов заниматься и тому подобное, или там что вот профессионалы там они высоко занимались или занимаются, или если хочешь там стать, получить какой-то уровень, надо заниматься вот столько-то. И тема, на самом деле, важная для тех, кто занимается сам, или занимается у препода, или самостоятельно, да, она не то чтобы хайповая, не то чтобы широкая какая-то тема, но, тем не менее, я думаю, что она будет интересна не только подписчикам на Бусте, но и всем остальным, поэтому вот вы смотрите это видео. Итак, вопрос, сколько же заниматься? Этот вопрос мне студенты задают, ну, типа, вот, от часа в день достаточно, от 3 часов, там, а сколько вообще? Давайте для начала, начнем определимся с главным. Точнее, вам надо определиться с тем, какие у вас ожидания, чего вы сами ждете. Как правило, вопросы вот эти или проблемы с отсутствием прогресса или с чем-то еще, они получаются из-за несоответствия ожидания вашего и ваших же возможностей. Когда, например, по порядку теперь, когда, например, ко мне приходит человек и говорит, я хочу достигнуть, ну, хотя бы полупрофессионального уровня, я первый же вопрос ему задаю, скажи, у тебя работа есть? Он говорит, есть. Я говорю, тебе придется ее бросить. Он говорит, как? Я говорю, ну так. Он говорит, а типа, харчеваться-то я где буду? Я говорю, не знаю, побирайся, голодай, блин, я не знаю, донаты какие-нибудь собирай. Но у тебя все остальное, все основное время должна занимать гитара. Семья есть? Я говорю, есть. Я говорю, можешь уходить. Они тебя просто даже видеть не должны. Вот ты должен сидеть и вот этим заниматься, репетировать, с кем-то играть, выступать, там что-то записывать. Вот тебя просто не должно быть в реальной жизни. Ты должен быть только в гитаре. Он говорит, я говорю, ну, иначе забудь. Профессиональный уровень в чем угодно, это вот оно. Это оно. И там уже речь не идет о том, сколько мне заниматься для этого. Столько, сколько не спишь. Всегда. Заниматься, то есть заниматься не на гитаре, не упражнения играть, имеется заниматься гитарой всегда, заниматься музыкой все время. Второй вопрос, когда человек мне говорит, ну хорошо, ну такой вот крепкий, хороший любительский уровень, как у твоих студентов, сколько надо заниматься? Я говорю всегда следующее, смотри. Если мы говорим о обретении какого-то навыка, это всегда время. Обретение любого навыка – это время. Почему? Потому что количество навыков – это повторение там, одного и того же движения многократно отрабатывали терапевты. Вот чем больше ты занимаешься, тем быстрее этот навык приходит. Так или иначе. Занимаешься условно там 3 часа – это, будьте любезны, это очень хорошо. И речь идет об ежедневных занятиях, конечно. 5 часов еще лучше. Это далеко не все и практически никто, на самом деле, не может себе это позволить. 2 часа и вот так вот. Час, ну, это совсем прям на грани. То есть, час обычно – это то время, которое нужно для того, чтобы поддерживать себя в форме. Внимание, если эта форма есть. Все, что меньше, по большому счету, это будет отсутствие прогресса. Всегда. Будем честны друг перед другом. Это не значит, что надо бросать гитару. Вы чему-то будете учиться. Что-то вы будете узнавать и что-то осваивать. Но у вас не будет прогресса в плане исполнительской техники, как именно чего-то рефлекторного. У вас этого никогда не будет. Поэтому, если вы, например, ждете от себя, что я пойду к преподу, или я возьму сейчас уроки и буду прогрессировать, но у меня есть полчаса в день, или я в основном гитару буду держать на занятиях, как правило, прогресса не будет. Оно просто не будет никуда двигаться, чисто по статистическим причинам. Опять же, это совершенно не означает, что нужно бросать гитару, это совершенно не означает, что вы ничего не освоите, ничего не знаете, ничего нового не будете уметь. Уметь, может быть, вы чему-то научитесь в этом плане. Но техники как таковой у вас не будет, потому что ей неоткуда будет взяться. Это вот, я думаю, самое главное, и самое главное, что нужно при этом иметь в виду. Очень много народу, кто в том числе даже у меня занимается, и они говорят, ну, у меня вот сколько-то вот столько времени есть и все. И я лично считаю, что любой препод, он должен быть честным. В первую очередь честным. И не грузить там человека, не лепить ему, что типа с моей программой. И все, значит, или там на наших уроках все горизонты тебе доступны. Это полная чушь, недоступна тебе ни хера. Я имею в виду формирование технических навыков или тем более какого-то некого полупрофессионального, например, уровня. Но, ну, что-то ты узнаешь, да. Но так может быть это самое главное для тебя. Что-то новое узнавать, общаться с преподом, он тебе что-то новое по музыке дает. Ты что-то
начинаешь новое узнавать, может быть, что-то даже пытаться играть время от времени, и все. То есть в этом плане поумерьте просто свои ожидания и признайте себе, что если вы ходите в спортзал два раза в неделю, например, вам никогда не стать мистером Олимпия, и три раза в день тоже не стать мистером Олимпия. Если вы занимаетесь на гитаре там по полчаса в день, вам никогда не достичь полупрофессионального уровня. Да, если два раза в неделю в зал ходить, вы даже мастером спорта не станете, или даже КМСом по пауэрлифтингу не станете вообще. То есть этим надо реально хотя бы уже жить прямо. Да, почему что-то должно измениться в гитаре? Не изменится. И все будет ровно точно так же, то есть ваш уровень будет очень сильно ограничен. Так может быть и не надо, не все, кто в зал ходит, они хотят становиться КМСами, мастерами спорта или кем-то еще. Или то же самое в гитаре, наверное, это просто не всем нужно. Просто нужно быть честными по отношению к себе, а преподам быть честными по отношению к студентам. Вот такой вот такой немножечко философствующий ответ на ваш вопрос. А в любом случае, всем моим пацанам с буста большое спасибо за поддержку. Я говорю, выпал немного из производственного графика, поскольку на прошлой неделе слегка приболел и говорить не мог от слова совсем. Но возобновляем сейчас. Скоро будет новый видос про из курса по развитию слуха. Так что, а кто еще не подписался, кстати, подписывайтесь. Всем пока.